Здорово. Мозг. Фотосенситивити. Что ж, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Evil Whitehan. В общем, что-то в этом роде. Да. Для начала у нас идет управление. Так. Все. Управление поставили. Продолжить. Кстати, я-то думал, что мы в прошлую-то... Думал, последний босс. Все. Оказывается, нет. Инструмент мастера. Ладно. Инструмент мастера. Спички, еще что-нибудь есть? Так, мы вошли в секретную комнату, да? По-моему, так. Все, спускаемся. Ползи, ползи вниз. Так. Забыл уже. Эту игрушку, конечно. Какие-то моменты помню, какие-то не помню. Эпизоды игр было много, поэтому... Рубен, скольких ты убил? Рубен? Он хотел сказать Рубик? Неважно. Они получили не меньше, чем отдали. Кроме того, они служили высшей цели, помогали моим исследованиям. Нет, это были не просто исследования. В газетах писали, как ты обошелся с этими людьми. И эти... Эти крысы? Эти микробы? Я могу поступать с ними, как мне заблагорассудится. Но ты прав. Так, записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, он что-то натворил? Нет, только не мой идеальный сын. Все из-за того пожара. Он все погубил, все отнял. Мои дети уже не те. И Эрис, и Эрнесто тоже. Он сказал, что заботится о них. Что они в безопасности, а теперь говорит, что их больше нет. Этого не может быть. Я, мать, я бы знала. Я до сих пор слышу голос моего милого мальчика, его смех и всегда из подвала. Так продолжаться не может. Мать должна быть со своими детьми. Это не просто исследование. Я почти добился идеального результата. Это чудовищно. Такова моя воля. Понятненько. Нет. Так. Зеркало, ладно. Нет, пока не надо зеркало. Какова моя воля? Ну что ж. Что воля, что не воля. Так, немного сыкать, но честно скажу. Что-то где-то запустилось. Давай, опа, растяжечка. А где обезвреживать растяжечку, не подскажете? Так. Уже хорошо. Вот что-то есть. На. Берем, все берем. Так, что у нас? Вспышка. Винтовка.
Мне надо... Вот это, наверное, на двойку переделаю. Пока что. Еще и ключ один даже есть. Опа. Так. Два ключа. Это у нас какой-то что, разрывной. Ага. Так чувствую, что она закрылась бы, если бы я потому. Понятно. Мне надо вперед или сюда? Так. С ним что-то там происходит непонятное. Непонятно. Что такое интересное? Контрольная точка, что там быстро, ладно. Ага. Блин, блинский. Ты меня видишь или не видишь? Тихо. Вот ни хрена себе. Блин, блинский, если подойти к врагу сзади, он вас не заметит. Это я их собирался сделать вообще-то. Черт, надо найти укрытие. Ну-ка. Опа. Снесло головёнку-то. Раком ползать, хорошо. Мы это не можем, да, через эти перелазить, я так понимаю. Ага. Что-то было. Меня кто-то видит, кто-то стреляет. На! Нормально. Так. А с того у нас что-нибудь выпало? Где-то снайпер находится. Это не он? Нет, это прожектор.
Так, ладно. Ну я его не вижу, но он меня видит. Спокойно. Где? Не вижу. Блин, близкий. Так. Ну-ка. Да, я слышу, что ты где-то здесь. Двое даже. Так. Куда идешь, толстяк? Беги! Нахрена ты, у тебя что, дробовик, что ли? Охренеть. А не ты ли тем снайпером был, который по мне стрелял там? Так, ладно. Блин, немножко, конечно, мандражово. Этого мы сожгли. Еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Так. Блин, ух. Ага. Значит, он где-то там. Ой, что-то у меня какой-то ключевой момент. Так, что-то взял аккумулятор. Этот большой портативный аккумулятор позволяет обеспечить оборудование электроэнергией в экстренных случаях. Вот он. Два. Так, ладно. Еще один где-то есть. Я должен куда-то протащить этот аккумулятор.
Не-не-не-не, давай, где винтовочка? Что у нас здесь? Патроны. Где-то внизу, да? Монстр ходит где-то внизу. Ничего страшного. Здесь мы взяли. Ну-ка, иди в туалет тогда. Здесь мы все собрали. Так. Все, кто меня хотел убить. Да ешь твою мать! На! На! Вот так. Ты меня искал, наверное. Ну-ка, кстати, поджечь тебя надо. Может, что путное из тебя выйдет. Где ты, блин? Я почему-то уверен, что мне куда-то сюда надо перепрыгивать. Ай-яй-яй! Кого-то зарубило. Нахрен. И откуда я начну? Ой, падла, он же еще и крадется. Так, я взял. Как так вовремя вы представляете? Блин, за вас столько патронов потратил. Ясно, понятно, хрен вы так обнаружитесь. Давай, вниз. Соберем.
понятно. Где топорик? На. Это уже хорошо. Опаньки. Чтобы не вставал, ей-богу. Так. Куда надо вставлять? Да ёж твою мать-то! Ты что, стреляешь же хорошо, падла. Ну. Давай, что с тебя можно взять? О, двое загорелись, ладно. Давай-ка зарядим. А вот этими, кстати, зарядим. Где-то потратить успел. На. Пока все правильно. Бутылка. Ну давай. Хотя бы ее возьмем. Нахрен. И подбросила. Я и обезглавила. Как-то это, если вы выстрелите бегущему в ногу, он упадет. Конечно. Ё-моё. Ладно. Это мы уже знаем. Это мы уже проходили. Ай. Сюда не попасть. Я уж забыл про них. Бам. Да почему так-то? И зачем присел-то? Давай, взяли.
взяли себя в руки. Ё-моё, запутался. Запутался. Так. Где топорик? Крадется. Да. Вот и поговорили. Перезарядили. Спички. Ну, что-то есть, да? Подобрать что-то можно. Во! Вот так. Все. Все? Все. Так. На последней секунде, ладно. Ну, я это сделал. Да. Так, это надо зарядить все. А вот она ловушка. Давай посмотрим, что у нас здесь. Крюк. Такое чувство, что, блин, я уверен, что туда надо будет подниматься. Ой, подниматься, спускаться. Бензин все облито, что у меня по два трупа там подбирает. Ладно. Ага. Контрольная будет, видимо, точка. Ладно. Что за? Что-то не понял, кто это был. Yeah.
Так, это какая? Ага, электрическая. Один патрон, блин. Контрольная точка. Тут у нас что? Шипы. Пока не крутятся. Пока никуда не едут. Если должны ехать. Ладно. Здесь у нас. Это должно падать. Понятненько. Ага. Тем не менее, эта штука вниз опускается. Ладно. У меня контрольная точка-то здесь. Так что ничего страшного. Далеко идти не надо. Наверх не могу. А чё так темно-то? Хотя если бы я стрельнул, разбил бы ее, была такая мысль, но патрон тратить на еще неизвестно что. Ладно. Патроны. Шприц. Угу. Ладно. Да. Бомбы-то. О, тихо. Разошлись, блин, я весь в крови. Думаю, так будет правильно. Да не то, не то, не то. Вот это. Нет, ничего. Кто где? О, блин. На! У тебя нож был, кстати. Гори.
граната. Может и пригодится потом. Это что у нас? Ага, Реаболт. Это я взял. Ох ты. Обезвредил. Ага, то есть у меня еще свет не горел, ладно. Еще одна граната даже осталась. Там у меня шприц на входе. Понятненько. Патронов нету, а хулиганов нет, нет, нет. А руки под пальтом. А тут, то есть предполагалось, что я должен буду бегать здесь. Ладно. Шум, звук, как он называется? Ой. Контрольная точка, правильно, куда-то пришел. Только куда? Так, что-то где-то убрал. Использовать свет. Дайте свет мне, пожалуйста. В двери как раз. Ладно. Так. На. Тихо. Жирно от себя должен он что. Опа. Так. Туда нам не пройти. Путь у нас один. Опа, взяли патроны. Ладно.
На. Да подожди, я тоже хотел тебя ударить. Ой. Сколько там патронов? Вот здесь сколько патронов? Как раз. Блин, за тебя только от дробовика патроны трачу. Так, куда она? Да блин. Он куда? Да что ее там мать-то? Что-то я не то сделал, что ли, или что? Сюда. Теперь вставляем все это дело. Да я понял, что мне сюда надо. Давай, где ты? Еще один. Так, еще один патрон остался, да, там? Да. Блин, а как он с вот этим разбить?
Да. Ага, хрен там. Да ёшь твою мать-то! И там тебя зажали, и тут зажали. Статуэтку надо, кстати, подстрелить, наверное, я так понимаю. Даже не знаю, кстати, будет патрон тратить или нет. Так, тут мы уже знаем. Тут уже берем. Тут уже поднимаем. Все уже обычно, все уже привычно, блин. Обезвреживаем. Втыкаем. Сложно в этом плане. Так-то с первого раза можно. Я уже понял, как работает. А вот здесь пробежать надо вот так вот было. Только минутку. Поздравляю. Я хоть выйду куда мне надо. Так. Что это за место? Это секретная штука. Взял. Такс. Так, монстр у нас. Опа!
такую хабазину только мощным гасить надо. Опа, патроны. Даже не знаю, что это мне. Спокойно. Все, забрал. Так, поднимаем 3000 гелия. Вот так. Вот нужен мне это. Так, подождите. Так. Я вообще не то хотел сделать. Так. Давай. Один зарядил, так. А, вот так вот надо делать. Подожди, еще два надо. Вот так же сделать. РР. Все что ли? Все. Ну и слава богу. Дополнение что ли, то что поджигает. Так, откуда я? Отсюда я, да, выполз. По-моему, отсюда выполз. Здесь вот я бесшумно убил, тут я пошумел, можно было еще гранат конечно накидать. Кровь бурлит. Опа, стрела, а я делал. Не понял, вторая стрела. Вторая стрела. Ну ладно, чё уж. Патроны. Так. Эти патроны у меня хватает.
крутим. Давай. Отстреливают его, стрелять. Куда это я попал? Ага. И гоп. Спел? Спел. Но не спешите все так легко и просто делать. Вот так. Блин. Я бы хотел бы сохраниться. Так что. Ладно. Давай. Что у нас здесь происходит? Ой! Какого там монстра мы уже видели? Это там у него раздвоение личности или что там было у него? Или два сознания в одно объединились? На, вон он ползет, кто-то там. Я сомневаюсь, что тут оружие мне вообще поможет, если в него стрелять. Вот я, если не ошибаюсь, что-то с монстрами связано. Так. Нет, нет. Так, немножко потею из-за этого. Из-за того, что нервничаю и переживаю. Слушаем. Все, что у меня есть, все, что является частью меня. Все это после несчастного случая отняли у меня те, кто хочет меня поглотить. Там во тьме, где меня утешали только фантомы, созданные моим воображением, я едва не потерял себя. Но вдруг я увидел ее. В глубине души я знал, что она всего лишь призрак. Но мне хотелось вернуть свое лицо, вернуть все, что отнято у меня, вернуть ее. Мою дорогую сестру Лауру. Лаура. Так, не говори, что это была Лаура. Опа. Контрольная точка. Зеркало. Так. Дневник Себастьяна Кастелланоса. Я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы, и это всегда тяжело. Но смерть собственного ребенка гораздо более страшный удар. Я готов миллион раз умереть, лишь бы спасти ее, но не могу. Когда маленький гроб опускали в могилу, я чувствовал себя таким беспомощным. Эта боль невыносима. Я знаю, что не должен пить. Но в последние недели только алкоголь помогает мне заснуть. Майра меня пугает. Первый шок у нее прошел, но смерть дочери она переживает необычно. Не хочет никого видеть, сидит по ночам одна, говорит, что работа помогает ей забыть о трагедии, но мне кажется, что она отгораживается от мира. Я знаю, что бывает с парами, которые потеряли ребенка. Надеюсь, что нам хватит сил этого избежать. Давай, ладно, схожу. Посмотрю кое-что.
Вы что-то забыли? Да, у меня два ключа же есть еще. Ну ладно, это потом. Пропал Патрик Хикс. Так, адвокат семьи Вик. Так, в последний раз его видели с неизвестным мужчиной, вероятно, клиентом. Ну давай. Вот сами не свои. Принять, ладно. Ну, на это пока. На это пока все. Хотя, подожди. Нет, подобрать. Среди жертв пожара маленькая девочка в сгоревшем доме обнаружила тело Лили Кастелланос, 5 лет. И Тяни Хуаниты Флорес, 56 лет. Родители девочки служат в полиции Кримсон Сити. И когда начался пожар, они находились на дежурстве. Полиция проверяет возможности поджога. Ладно, это потом это все. Вот, бумажки взяли. Я был уверен, что они там есть. Они, по ходу дела, на каждом зеркале, в каждом эпизоде эти бумажки были, а я просто не обращал внимания. Так. Лаура, да? Насколько я помню. Симпатяга. Это куда мне-то вот? Я не помню. Да, да? Ой, а мне к ней туда вниз надо. Ой, мамочка. Здесь у нас что? Патроны. Давай. Во-во-во. Ну давай. Она еще прорвалась там. Вы что делаете? Ай-яй-яй-яй-яй. Что за нахер? Сваливать надо. Да, сваливаем. Закрываем дверь. Закрываем дверь, сказал. Мне придется с ней биться, она так просто не отстанет. Ну, смотрим. На. Она у нас огня боится. Вот эта штука у нас поджигала почему-то, да? Ну ничего, ладно. Вот так. На. Ой-ой-ой-ой. Так, тут у нас что-то с огнем было связано, это я помню. Ничего не надо крутить. Нет, это не крутит, это даже. Просто рычаг так стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а не она ли была там, эта шестерука, которую я загасил-то, сжег?
закрыто. Я хотел патроны вернуть. И получается, надо ждать. Еще два патрона у меня. Ладно. Успел убежать, значит, надо ее как-то, ага, как-то надо долбить. Сейчас, минутку. Не так. На раз-два убила. То я теперь сам понял, как тут чего. Так. На. Берем патроны. Давай, замерзла, ничего страшного. Я так думаю, что не так. Ну, может и так. Надо ее, значит, замедлить надо было. Ой. Ладно.
Давай, падай уже. Так. Мне надо было раньше, господи, где-то бахнуть. Раньше, наверное, надо было бахнуть. Понятно. Понятно, как это все устроено. Так. На. Вот так. Ох ты, зашевелилась. Где ты? Гори, мразь! Блин. Давай. Контрольная точка. Подожди, контрольная точка. Так. Я сомневаюсь, конечно, чтобы я не убил это. Да.
сейчас. Да не туда. Вот так. Так, мне надо. Я сомневаюсь, что-то поможет. Это я не учел. Твою ж мать. Эти задвижки искать. До мелочей. Так. На. Так. Иначе.
даже не знаю, куда тут бить. На. О, нашел. Где? Давай. На. Спокойно, подожди. Так. Сюда. Да. Блин. Успел? Да, успел. Нет, я успел. Это ролик уже, все. Господи, трудно так-то, баба, с этими задвижками искать. Пипец, это еще даже не закончился, еще эпизод-то. Ну что-то изжога такая прям. Так, таблетки, блядь. Не понял. Кем ты себя возомнил? Я знаю, кто ты такой, Сэп. Я знаю, чего ты ждешь, чего боишься. Сможешь ли ты жить дальше, зная о том, что я заставлю тебя сделать? Не подходи ко мне. Бедняжка Джозеф не смог. Жаль, что они втянули тебя. В любом случае, ты мой. И принадлежишь мне. Не убил меня, и на том спасибо. Руки, ноги. Ух. Вот так. Перезарядимся. Ох-ох-ошеньки, хо-хо-хо. Что нас ждет? Тут далеко прямо опускаемся, там что? Что за шахта такая? Черт, я снова здесь. Мы здесь были. Я уже разрушал. Закрыто. Опа. Ничего. Закрыто, значит, все закрыты будут. Ну, не сомневаюсь, что все будут закрыты. Так. Что тут есть?
Фриц. Вот пока еще терпимые пропорции. Тут он свинью резал. Манекена не могу сбить. Ладно. Давай. Док, какого черта вы творите? Пытаюсь нас спасти. Серьезно? А мне кажется, что вы делаете еще одного монстра. У меня нет времени, детектив. У меня тоже. Лесли был здесь раньше и вернулся. Он выжил при контакте с Рувиком. Насколько я понимаю, другим пациентам это не удалось. Чудесно. И при чем тут все это? Он наше спасение, детектив. Причем единственное. А, этот звук. Давай. Слава богу, сработало. Лесли, ты в порядке? Как же так? Почему не сработало? Вот как. Вот почему. Доктор, бегите. Он хочет того же, что и мы. Он хочет выбраться. Отвлекли меня, хотя сделать главным по подъезду. Ну, сейчас. Дело само-то. Эй! Я знаю, что ты там! Да послушай же меня! Что? Где ты? Говори. Сломал терминал Стэм? Никогда не думал, что дойдет до этого. Что? Стэм? Наверное, он на грани и решил порвать с прошлым. У него осталась только связь с настоящим. Стэм в больнице. В больнице? В больнице Маяк? Он там ждет его. Если этот кто-то не доберется туда первым, выбраться не сможет никто. Ну ладно. Так, раз уж мы здесь, давайте. От вас пахнет кровью. Да уж не шоколадом. Так, что на этот раз в ходе внутреннего расследования, проведенного в психиатрической больнице Маяк, выявлено исчезновение нескольких пациентов. Глава администрации больницы Марсело Хименес утверждает, что это просто канцелярская ошибка, раскрытые нарушения в работе психбольницы. Это кто у нас?
Пропал доктор Марселио Хименес, глава администрации психиатрической больницы «Маяк». В последний раз вы видели в своем кабинете, откуда он сделал ряд телефонных звонков. Ну, я уверен, еще где-то что-то здесь лежит. Только мне почему-то... Смотрим, где сюда надо. Что у меня здесь есть? Вот так. Если я не ошибаюсь. Вот так. Если я не ошибаюсь, мне сейчас с пыселем надо будет драться. Вот с этим. Господи, вот позвоночник, что ли там будет. Так. Сомневаюсь, что мы здесь много чего можем насобирать. Сейчас нас пёсель увидит, а мы все равно к нему пойдем. Да. Блин, там. Ну и ладно. Только не выдержим. Спокойно так порвал. Так. Здесь, по-моему, только подрывать это чудовище. Сзади откуда появится? Сзади. Проклятие. Падай. Я сам вообще-то хотел упасть. А, ну ладно, жизни не потрачены, то хорошо. Сожрал. Понятно, значит, он сносит все эти преграды, препятствия. Ха-ха-ха.
тихо. Все. Готов мусор. 4 гранаты. Так, подожди. Так. Нет. Что мы имеем? Так. Надо подучиться. Ага. Все рассчитывали, что я тут буду устраивать бойню, резню, а не получилось, да? Ладно. Так. Даже не знаю, как этого монстра назвать. Так вот можно было спрятаться. Мы не бежим от опасности, правильно? Ага, вот он, лекарство и лекарство. Надо было здоровяка его еще долбить. Опа, 20 тысяч подобрали. Ага, вот так вот. Все ясненько, все понятненько. Здесь мы... Да. Собрали. Вау, винтовочный патрон, это вообще хорошо. Ну и у нас еще комнатка остается одна. Ставь. И сюда. Сюда. Так. Все ясненько, все понятненько. Ну что ж, поехали на лифте тогда. Как-то было страшно. Он стрила бы. Ну что ж, на этом все. Эпизод пройден. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!